Поехали, смотрите, но он-то тоже уже, он тоже вот-вот сдохнет. Если бы мне сейчас повезло с атаками, может, я бы победил. Да, нет, вот я только сказал, мне бы сейчас повезло. Вот это называется повезло, это вообще не повезло, это полное говно. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Король Санс. Значит, птички поют, цветочки цветут, и в дни вроде этого дети вроде тебя наполняются решимостью. Какого-то хрена Санс стал королем? Парень, это было круто, познакомиться с тобой. О боже, я понял, что он как бы обрубает нам концы. Ну, в смысле, нет, не в этом смысле. Он обрубает нам, как это сказать, мосты. Почти одно и то же. Короче, назад дороги нет, он запретил. Обрубает нам концы, твою мать. Вот эта цитата просто гениальна. В общем, назад дороги нет, пощады не будет. Ни ему, ни нам, я не могу его пощадить. Я вынужден либо сражаться с ним, либо, смотрите, есть еще все-таки кнопка взаимодействия. Чек, ну-ка. Король Санс. Одна атака, одна защита. Да! Ага, смотрите, первая атака, она в принципе такая, знаете. Я не сказал бы, что она слишком сложна. Может быть, и вся игра будет не слишком сложна. Это, кстати, Unitail, между прочим. Надо это тоже отметить. Так, акт. Давайте теперь говорить. Ты тихо говоришь Сансу плохую шутку. Он Сникерс. Это такая шутка, да? Санс, ты Сникерс. Или что? Я сейчас не понял. Блин, а как от этого уворачиваться, извините, конечно. Так, айтем. Какие у меня есть? О, спагетти. Еда наркомана. Бургер. Бургер давайте съедим. Ты съел... Ламбургер, твой HP повысился. Дома. Ах, черт. Так, вот сейчас вообще не двигаемся. Мне такие атаки нравятся. Вам замечательно просто. Давай еще разговаривать. Ты говоришь королю Сансу, что ему стоит пойти расслабиться и пойти в грилл. Он мычит в соглашении. Господи! А, желтое. Надо. Да блин! А вот сейчас синее, да? Сейчас желтое. Смотри, там по глазам видно. У гастробластера глаза, когда желтые, значит, он будет желтым. Ну, точнее, оранжевым. А когда синий, то, соответственно, синим, да. Синим. Толк, разговаривай. Ты говоришь королю Сансу, что Junior Jumble легче, чем кроссворд. Или сложнее. Recall, easily harder, как это перевести? Легче сложнее? Легче жнее, что ли? Recollection flashes in his eyes. В его глазах промелькивает какой-то recollection. Король Санс, атака брошена, защита брошена. Что это значит? Ой, тихонько в сторону. Так, отходим. Надо сразу начинать двигаться, как только начинаешь игру. Еще акт, толк. Мне жаль, парень. Это то, что мы должны делать. То есть, я так понимаю, пощады не будет, да? Смотрите, ну, атаки такие. Я не сказал бы, что они особо вызывают какие-то проблемы. Потренироваться немножко, я думаю... Королевскую твою жопу мы надерем. А, все, я понял. Видите, повторяются его фразы. Значит, разговаривать с ним смысла не было изначально. Давайте. Он меня тогда уже убьет. Давайте, он меня тогда уже убьет. Я понял, что договориться мы с ним не сможем. Игра окончена. Сейчас будем драться. Сейчас будем бить его костлявую сраку. Своей чаровской, наверное, перчаткой. Я за чару играю, за кого? Ты еще не можешь даваться, Боунс. А, я играю за товарища по имени Боунс. Это, по-моему, скелет из Квейка 3, да? Там есть такой персонаж Боунс, я его помню. Наверное, он каким-то хреном попал в Undertale. Так, King Sans, давайте. Оба, выбираем. Вот доказательство того, что это Unitail, кстати, между прочим. Encounter.lua. Сегодня прекрасный денек наружу. Да, он это уже говорил. Птички поют, цветочки цветут, сансы по-прежнему оборзевают, как и обычно, в общем-то. И издеваются над эдекартовскими нервишками. Как и обычно, опять-таки, со своей вот этой улыбой. Парень, это было круто с тобой познакомиться. Давай, короче, начинай свою, входи в брутальный режим, давай, раздалбывай кнопку пощады, все на свете. Молодец. Обрубай концы, как говорится. Так, ну чё? Поехали, король Санс атакует. И мы атакуем, а не король Санс. Король Санс, ты ничего вообще. Чё за фигня? Почему? Почему такие сложные атаки пошли? Как это делать? Так, ну у меня здоровье 17 из 20, смотрите, не так уж и много отнялось. Что это за срань? Ага.
Вот так, я понял. Смотрите, то есть получается на тебя мчится синяя, ты стоишь на месте, оранжевая, ты идешь навстречу. Но там же еще белая как бы. То есть он как какие-то такие бадминтонские валанчики на тебя насылает. Дальше идет белая, то есть оно тебя задевает как бы. Хрен его знает. Ну ладно, давайте, наверное, что-нибудь съедим, спагетти съедим. Вы смотрите, оказывается, когда его бьешь, он, короче, злится. Он злится. Запах напоминает королю Сансу о чем-то. Король Санс, атака даун, защита даун. Ну даун наш король Санс стал что-то. Что-то стал дауном, не знаю. Так, ну смотрите. Это потому, что я съел спагетти. Но я же сейчас его ударю, и он сейчас опять пустится, как говорится, во все тяжкие. Или нет? Ай, стоп! Чёрт, а как же тогда? Я что-то не понимаю, как вот этой атаки избегать. Ну-ка, давайте... Так, еще раз. Сейчас ему врежем. Посерединке прям четко. Так, смотрите. Здоровье уже отняли прилично. Да я не понимаю, блин. Там то остается внизу зазор, то не остается. Как определить? Хрен его знает. Ну он тоже говорил это, чувак. Ну что такое все так долго-то, а? Ну зачем? Зачем? Это чтобы дополнительно еще поизмываться над нервами игрока, понимаете? То, чтобы Декарт вообще просто все волосы себе повыдирал. Наполняются, блин, решим. Я наполняюсь только злобой. Я реально сейчас наполнюсь какой-нибудь, как это, по-моему... Аристотель считал, что когда у человека депрессия, это означает, что у него слишком много черной желчи в организме. Вот у меня сейчас будет сильно много черной желчи в организме, я думаю. Погнали! Король Санс атакует. Ох, король Санс, блин, я чувствую, ты, конечно... Стоп! Ага, я смог. Я смог правильно сориентироваться. Отлично. Первую атаку мы, в принципе, нормально преодолели. Всего 5 здоровья. Хотя это дохрена вообще. Так, в сторону. Блин, сразу 3 отнимает вот этот говнюк. Такие мелкие гастробластеры, такие ублюдки. Что, сожрать может что-нибудь? Давайте еще файт. Давайте еще попытаемся. О, я даже промахнулся. Итак, ой-ой-ой. Это что? Это как? Это как понимать? Как это понимать? Ублюдки вы. Костлявый. Ты, точнее, один. Давайте спагетти съедим. Полностью восстанавливать здоровье, по крайней мере. Так, запах о чем-то напоминает королю Сансу. И его атака понижается, и защита его тоже понижается. Ага, это легко. Так, тут все понятно. Тут мы... Вот не понимаю. Надо подпрыгнуть в какую-то определенную секунду, чтобы он на самой вершине своей точки завис до того, как эта атака нивелируется. Как это сделать... Как это рассчитать? Я не знаю, я еще физик-теоретик Гордон Фриман, ребят, откуда мне знать? Ой-ой-ой, тихо. Так, смотрите. Ну, чё? Два раза преодолел. 2 раза из 4 и преодолел. 2 прыжка из 4 было сделано нормально. На месте. На месте. На месте. Идем. Идем. А почему здоровье-то отнялось, ублюдок ты? Бургер. Ты съел ламбургер. HP повысилось. Черт. Так, тихо. Ну, кто такое расстояние делает, я не понимаю. Ну, что это за извращение? Такое ощущение, что наш главный герой... Вот это вот какая-то пантомима такая, как будто бы наш главный герой пытается трахнуть 5-летнюю девочку. Я не знаю, почему там так узко. Классное сравнение, да, я знаю. Я просто мастер потрясающих сравнений. Так, 110. Поехали. Это легко. Это легко пережить. Наверх! Зашибись, получилось! Получилось, смотрите, ни одна из его атак не увенчалась успехом. У меня все получилось. А вправо-влево надо было сразу, вправо-влево. Вот как только начинаем игру, сразу вступаем, сразу вправо-влево. Вот такая наша задача. Так, отлично, теперь, оба, зашибись. Что это? Стоп! Я не понимаю! Как? Да как это возможно? Бисикл! Ты съедаешь половину бисикла! И восстанавливаешь всего 11 HP. А что ты половину все бы съел? А, хотя, подождите, он оставил, наверное, еще половину. В принципе, правильно. Экономно. Черт. Файт. Смотрите, сколько у него здоровья? Половина есть? Половину практически отняли. Нормально? Так. Наверх. Ну, блин. Я не понимаю, как там проделать надо. Посмотрите, вы видели, что там... Он даже вот если бы... Он зависает наверху не так долго. То есть он... В верхней точке своего прыжка это сердечко находится не настолько долго, чтобы не задеться потом об эту белую срань. Какого черта? Junk food. Ты съедаешь наркоманскую жратву? Так, опять вот это, да? Как же я это...
Как же я это... не, смотрите, только надо через вот так вот, значит. Вы поняли, что я имел в виду? Только надо через вот так вот, значит. Нельзя через одну кость перепрыгнуть и все, потому что кость слишком высоко, и ты не успеваешь потом сделать еще один прыжок. Файт! Так, смотрите, пол здоровья уже нет, кстати, реально. Так, переодолев. Да я не могу, у меня не получается. Я сейчас умру. Айтем. Ты съел унисикл и восстановил 11 HP. Стоп, стоп. Блин, ни хрена не получается. Король Санс, ты ублюдок. Так, вон сколько у него еще здоровья осталось. Ты негодяй. Ты издеваешься надо мной как-никак. О, видели, получилось. Так, хорошо, файт. Еще один удар. Может, сейчас и пройдем, может, мне сейчас удастся сосредоточиться изо всех сил. Видели? Одна единица здоровья. Боже, 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 какой кошмар. Так, на, получай. Раз. Стоим на месте. В сторону. Стоим на месте. Стоим на месте. Стоим на месте. Вот почаще бы стоять на месте. Это самое простое. Я хочу, чтобы все атаки были синими. Чтобы я просто стоял и ничего не делал. Нет, вот, блин, надо было сразу влево так. Ну ничего, ничего, ничего. Я уже близок. Я уже чувствую, что я уже близок. Смотрите-ка, у него совсем мало здоровья. Ну, у меня, правда, тоже. И лечилок не осталось. Всего 11 из 20 здоровья, ни одной лечилки. Вообще, то есть, голяк полный. Файт! Поехали, смотрите, ну он-то тоже уже, он тоже вот-вот сдохнет. Если бы мне сейчас повезло с атаками, может, я бы победил. Давайте! Да, нет, вот я только сказал, мне бы сейчас повезло. Вот это называется повезло, это вообще не повезло, это полное говно. Ну, я как-то справляюсь, правда, не знаю. Ладно, окей, файт, еще раз ударяем сразу прям в бой. Так, прыгаем! Так, отлично, 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 это легко, это я уже научился. Видите, как я мастерски это прохожу? Зашибись, нет, не мастерски, я немножко задел. Так, ладно, еще два удара, я думаю, да? Еще сейчас один удар, потом еще один, а потом, может быть, еще один в крайнем случае. Черт, здоровья уже нет совсем. Блин, вот просрать реально сейчас будет очень обидно. Нет! Так, стоп, ну у меня есть шанс, я могу это, в принципе, пройти. Так, тихо. Смотрите, у меня 2 единицы здоровья из 20 и ни одной лечилки. И я сейчас убью короля Санса. Пока, чувак. Ты победил, ты заработал. Представьте, было бы еще эпичней, если бы у меня тут была цифра 1. Я уже, честно говоря, думал, не получится. Думал опять перепроходить, потому что... Странные кости. Но я каким-то хреном умудрился ни одну из них не задеть. Наверное, со страху, я не знаю как-то. Итак, 0 XP, 0 золота. Смотрите, вот всегда, вот никогда, никогда ни золота, ни опыта не дадут в Юнитейле. Вот никогда. Короля замочил. Короля, одну твою сраную корону разобрать можно купить как минимум неплохое авто. Я в этом уверен. Но нет, тут 0 опыта, 0 золота. Ну что ж, окей, ладно, давайте на этом заканчивать, раз уж я справился, слава богу. Причем потратил, смотрите. Я в общем и целом играю в это 20 минут, не так уж и долго. Ну и сама по себе битва не очень сложная, но тем не менее интересная. Мне понравился, во-первых, дизайн этой битвы. То есть вы, ну, обратили внимание, я думаю, все не слепые тут сидим, что немножко по-другому все выглядит. Плюс король Санс, в принципе, хорошая идея, ну и битва была достаточно прикольной. В общем, если вам тоже понравилось, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий, ставьте этому видео лайк, открывайте описание внизу под роликом. Там большое количество плейлистов, есть ссылка на группу ВК, вступайте в нее, открывайте ссылки на видео-плейлисты, что видите перед собой. Внизу под видео кнопочка поделиться, если не трудно, нажимайте, рассказывайте друзьям, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.